Макс Ньюс. Утро на Болткове. Здравствуйте, доброе утро среды. Сегодня у нас 18 марта, начинается утро на Болткоме. Олег Пек, Артем Липин. Доброе утро. Проводят и нам помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Вы можете звонить, нам писать, звонить на номера телефонов 67212-93-9, 67213-93-9, писать на номер 230-6191. Сегодня у нас в студии, как уже анонсировалось, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пинес. Доброе утро. Утро на Болткоме. Ну, мы уже перед началом эфира немножко сказали, что, к сожалению, сейчас одна основная тема для разговора, наверное, с каждым человеком, и даже друзья, они говорят в основном о коронавирусе, COVID-19, но в данном случае это, конечно, очень актуально, потому что только вчера министр финансов Янис Рейрс сказал, что работникам отрасли, которых больше всего затронут последствия эпидемии COVID-19, а понятное дело, что ресторанный бизнес и гостиничный бизнес – это одни из тех, кто наиболее сильно пострадает. На линии огня. Да, от всего происходящего, что им будут в случае необходимости будут выплачивать зарплаты работникам в размере 75% от их заработной платы. Еще завтра об этом правительство должно проголосовать, но господин Рейрс говорит об этом как уже достаточно потенциально свершившемся факте. Собственно, первый вопрос – как вам, вот как представителю такой ситуации, связанной с этими отраслями, кажется ли вам этого достаточным? Или все-таки, конечно, хотелось бы чего-то побольше? Да, когда мы работали над всем пунктом, который необходим, чтобы эту отрасль сохранить, то действительно всего нам получилось 8 пунктов, но это первый из них. Конечно, это первый, чтобы сохранить рабочие места, чтобы сохранить работников в отрасли. Потому что если мы действительно, так как мы уже говорили, что мы надеемся, что это будет краткосрочный, что жизнь будет продолжаться после этого, то нам очень важно, что тогда, когда вот эта жизнь в туризме, в нашей индустрии продолжается, что у нас есть эти работники, которых мы можем сразу привлечь, и сразу они могут начинать работать. Поэтому эти субсидии за то, что они работают, или можем называть это простой, что они не выходят на работе, но они есть в отрасли, это в принципе, те же деньги, которые бы они получили, если они пошли как безработники, вот то же самое, но мы их сохраняем в своем штате. Вот это хороший инструмент. То есть, получается, государство, по сути, ничего не теряет. То же самое безработное пособие, только вам да, лично выданное. Да, в принципе, да, и это выдается, чтобы их сохранить в отрасли, да. В принципе, суммы те же, но вот они остаются в отрасли. Чтобы не перепрофилировались на Ну, чтобы они не приняли решение, уйти из отрасли, потому что эта отрасль тяжелая. Если человек начинает думать о том, как он может как бы считать себя безопасным в этом отрасли, с финансовой точки зрения, то действительно это хороший шаг, чтобы сказать, да, эта отрасль нам нужна, эти люди нам нужны в этой отрасли, да, и таким образом. Это похоже на эстонский модель, который они приняли, мне кажется, вчера, что там 70% от средней зарплаты тоже будет выплачиваться, и остальные 30% компания может доплатить, если есть работа. Значит, если есть что-то делать, если есть какие-то доходы, то компания может доплатить вот эту сумму. А есть ли какая-то работа вот в данный момент в отрасли? В гостиницах мы уже видим, что они закрываются, и это, я думаю, в апрель падение будет там 90-95%. По ресторанам есть рестораны, которые может работать немножко на доставке, поэтому у них, возможно, какая-то работа останется, там падение будет, не знаю, процентов 80-85%. Поэтому эти цифры серьезные, и я думаю, мы смотрим на вот всю эту отрасль как на людей, на которых какое-то время нужно их просто сохранить. Предположим, самый оптимистичный сценарий, и чрезвычайная ситуация будет снята, как сейчас планируется, 14 апреля, но ведь это не значит, что туристический и гостиничный бизнес вернутся сразу на прежний уровень, потому что останутся страны все еще в чрезвычайной ситуации после Латвии, это точно, и вряд ли люди будут так же ярко путешествовать, опасаясь каких-то последствий COVID-19. Вы каким-то образом прогнозируете, что делать вот эти ближайшие месяцы, несмотря на то, что это лето будет, но тем не менее?
Ну, мы планируем, что вот это закрытие будет до 1 июня, потому что это эти люди, которые путешествуют, это вся Европа связана. Поэтому мы... Закрытие имеется в виду чрезвычайная ситуация до 1 июня? Ну, или нет, чрезвычайной ситуации нет, закрытие гостиниц, ну, пока все начнется, ну, в таком более-менее смысле. Поэтому, ну, чрезвычайная ситуация, она будет, ну, сейчас прогнозируется, да, это 14 апреля, ну, возможно, будет еще там дополнительные пару недель, ну, возможно. Это зависит, как вся Европа будет это все делать, и как вся Европа будет закрывать свои границы, и какие меры там будет предприниматься, потому что, ну, открываться, я думаю, что открываться будет вместе вся Европа. Там, ну, не будет так, что одна страна откроет свои границы, и другая. Там. Потому что это не имеет смысла, ну, наверное. В нашей отрасли, да, нет, потому что здесь все путешествуют, и мы смотрим, ну, если мы смотрим, какие наши главные рынки, это Скандинавия, Германия, Великобритания, ну, мы должны смотреть, что действительно в этих странах все должно быть хорошо, чтобы было... Отрасль оживилась. Да. Но ведь Италия, скажем, она явно откроется намного позже, чем, например, мы, если все пойдет в таком же темпе, как сейчас. Ну, я думаю, это будем смотреть. Ну, конечно, у нас есть правительство, которое это решение будет принимать, но я вижу, что это, ну, это в лучшем случае, да, это случится до мая, да. Но и в том смысле, конечно, человек не станет сразу путешествовать, сразу приезжать. Я думаю, этот сезон, который, ну, обычно от мая до сентября, этот сезон потерян. В каком-то смысле, я думаю, там в лучшем случае июль-август будет те месяца, в которых можно будет уже более-менее нормально поработать. И потом придет опять осень, в котором надо будет привлекать бизнес-туризм, мероприятия, и там уже будет очень я вижу, такую сильную конкуренцию из других стран, из других городов. Поэтому... Ну, как мы считаем, если в следующем году будет этот чемпионат хоккея здесь, в Риге, ну, который предполагается, что будет в мае 2021 года. Да, его перенесли. Ну, его отменили в этом году, и получается, что в следующем году, да, он должен пройти у нас. Ну, и да, если они не переменят этот город, да. Но если это будет, то это будет такое оживление отрасли, да, что действительно вот такое мероприятие глобальное, которое сразу показывает, да, что есть все, и следующий сезон уже пойдет... Ну, так, как должен пойти. У нас есть звонок в эфир. Пожалуйста, наденьте наушники. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Тема, конечно, актуальная, но просто немножко хотел бы сначала поправить, потом спросить. Первое, что, извините, вирус не лечится. А вы слишком оптимистично говорите. Пока все не переболеют, кто сможет заразиться, тогда только начнется спад. Поэтому Италия, скорее всего, первая выйдет из кризиса, а не последняя. И второй момент, что, к сожалению, не только отрасль, конечно, жалко, гостиничная, туристическая, пищевую отрасль, которая как бы обслуживает людей, но все люди сферы обслуживания в первую очередь потеряют работу и понесут безумные убытки. Например, я работаю в сфере курьер, ну, типа автозапчасти распространения. Вы можете представить, что если у меня участок, район Риги, да, если мы охватываем по эту сторону Даугавы, то сколько человек может заразиться только из-за того, что у нас один кто-то, например, заболеет от кого-нибудь. Это будет тысячи уже человек и семей. Поэтому все страшнее немножко. Я думаю, что прогноз наоборот, летом только будет самый пик, июнь месяц, а в лучшем случае к осени что-то начнется, может быть, спад только из-за того, что переболеют, потому что вакцину не успеет сделать, не успеет вакцинировать людей. Я думаю, что до осени будет продолжаться самый-самый кризис, особенно у нас, если мы его не удержим. Правда, хорошо, комментарий такой, что хорошо, что вот сейчас я еду, и улица пустая по транспорту, машин практически нет, это очень показательно. Спасибо, извините. Вопрос какой-то был? Мы прервем вас, потому что у нас гостю надо немножко пораньше уходить, но мы поняли ваш комментарий. Действительно, мы сейчас говорим о таких оптимистичных прогнозах, готова ли отрасль вот... К самым пессимистичным развитию событий. Потому что все лето мы будем закрыты, и осенью только как-то что-то... Да. Ну, у нас есть разные планы, конечно, ну, мы должны оперировать с теми фактами, которые у нас есть. Но сейчас у нас есть чрезвычайная ситуация до 14 апреля, если оно будет продлеваться, тогда мы будем смотреть, какие инструменты уже правительство будет предлагать дальше, потому что сейчас все инструменты тоже для поддержки, ну, те деньги, которые будут, они как раз вот в это время, когда у нас есть эта чрезвычайная ситуация, поэтому будем смотреть, как,
как это будет дальше, какие возможности. Скажите, достаточно ли мер вот на сегодняшний день, которые предпринимает правительство для того, чтобы, ну вот, или, может быть, с вашей стороны все-таки этот список мер должен быть шире? Ну, у нас он есть пошире, и сегодня в 9 мы встречаемся в Конфедерации работодателей, где мы тоже будем обсуждать наши шаги, как мы сейчас, ну, есть это первое решение про субсидии на рабочие места, да, это очень хорошо, и как мы можем продвигаться дальше. Там есть и снижение НДС, и оплата больничных с первого дня, и отмена налога на недвижимость в этот период. Поэтому, ну, наши предложения разные, их нужно смотреть комплексно, потому что есть такие, которые спасают отрасль как раз, когда нету доходов, и есть мероприятия, которые позволяют вернуть конкурентоспособность, например, снижение НДС и облегчение налога на недвижимость, это уже тогда, когда компания работает, она может успешнее работать, там меньше нагрузка вот всех этих налогов, вот, и возможность успешнее вернуться в уже, если смотреть, региональную конкурентоспособность нашей отрасли. Если говорить о помощи государству, мы знаем, что очень многие отрасли, это понятно, сейчас страдают, практически все, сейчас сложно даже представить хоть какую-то отрасль в мире вообще, которая выигрывает или хотя бы не теряет от сложившейся ситуации. Продажа масок. Ну, разве только, их уже нет. Поэтому, да, собственно, вопрос такой, есть ли у вас какое-то понимание, может быть, вы говорили, насколько сильнее будет поддерживаться именно ваша отрасль? Потому что, конечно, сейчас все просят помощи у государства, что понятно, но и также очевидно, что государство не может помочь всем и не может помочь всем в полную меру. У вас вот какое-то есть понимание в этой шкале, насколько высоко или низко находятся именно ресторанные и гостиничные бизнесы? Я скажу так, что здесь должен быть подсчет, насколько падение, насколько это влияет на доходы отрасли. Например, наша отрасль, она теряет более 90% от доходов. Там вообще ничего нет. Если мы смотрим на там, пищевую промышленность, то ну, люди все равно они будут кушать. Ну, эти вещи будут происходить. Поэтому ну, там это падение, ну, если будет, то ну, это будет ну, такое в меру. Конечно, когда нам звонил слушатель, конечно, его отрасль это тоже влияет, там тоже ну, должен быть какой-то инструмент, но инструмент тоже по-разному. Есть инструменты, которые спасают отрасли, которые спасают компании. Ну, например, здесь нашу отрасль, когда мы смотрим, что субсидировать рабочие места, это спасает всю отрасль, потому что работники остаются в отрасли. Но есть отрасли, где будет спасаться как раз люди, которым будет там дополнительные там, пособия и в таком. Поэтому ну, это должна правительство уже смотреть в таком широком плане, какая отрасль что теряет. Мы посчитали свою отрасль, мы видим, что здесь действительно просто нету спроса. Я читаю новости о том, что все-таки пытаются каким-то образом ну, перепрофилироваться, например, в гостиничном бизнесе. Сейчас предлагают такую услугу, как самокарантин. Вот насколько вот, ну, пытаются каким-то образом изменить предлагаемые услуги? Ну, это трудный вопрос. Мы в своей сети тоже как раз вчера еще обсуждали, какие внутренние нормативы мы должны разработать, чтобы это все прошло, потому что ну, одна вещь – это карантин, когда человек просто должен там просидеть в номер, он там кушает, ему там доставляют продукты и все. Но другое дело, если оказывается, что этот человек заражен. Вот что тогда происходит? Что происходит со всем бельем, которое он использовал? Это нужно утилизировать или это можно мыть? Это, так, ну, а что происходит, вы теперь знаете? Ну, это считается как, что надо утилизировать. То есть все уже, не спасет никакая очистка, ничего надо уничтожать. Нет, чистка тогда, когда карантин, тогда да, чистка, но поскольку мы не знаем во время карантина, это карантин, или человек реально болен. Поэтому тут ну, этот вопрос не так простой для гостиниц, поэтому еще есть риски, что работники могут заразиться. Ну, конечно, там мы избегаем всех контактов, там и гостиниц, которые работают, там ну, есть эта линия, которая сейчас принимается, это условие про 2 метра. Будет линия у стойк в рецепции, чтобы могли таким образом это все избежать, обслуживание все будет бесконтактно, ну, чтобы все белье получить и так. Но это трудный вопрос, это не так просто поставить человек просто в номере и просто там собирать в мешок белье и доставить новое белье и доставить пищу. Там тоже есть риски, что вот если этот человек в карантин, ну, он
он не хочет оставаться в номере, он хочет там погулять и так. И мы можем, мы никак не можем это запретить. Человек же может двигаться и вот. Ну да. А вы как-то обязаны, я вижу, что нам звонят в прямом эфире, но быстренько вопрос интересный. Вы как-то обязаны следить за тем или кому докладывать, если человек нарушает правила карантина именно в гостиницах? Есть какие-то оговоренные нормы? Понятно, что вы физически не можете запретить ему не выходить, но есть ли какие-то меры предосторожности от этого? Это мы можем, когда идет чек-ин, мы можем ему сказать, что это ответственность, что во время карантина он не может контактироваться с другими людьми, но что есть какие-то меры, он должен подписаться. Ну, да. За это. Но, ну, но если он выходит, вы там звоните в полицию или в... Мы не можем звонить в полицию, нет. Вы, то есть вы не можете, вы даже права не имеете такого. Вы сказали, не можете. Мы это не изучали еще, вот имеем ли право, но я не думаю, что это будет, ну, какой-то поступок, реальный поступок. Ну, я так понимаю, что, судя по всему, таких ситуаций просто не происходило. Еще пока нет. Пока нет, народ что... ответственный. Давайте примем телефонные звонки еще. Хорошо. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Смотрите, что мне пришло в голову. Я сейчас веду активный образ жизни. И если я вдруг сейчас узнаю, что у меня коронавирус, я в семью возвращаться не буду, потому что у меня маленькие дети, старые родители, я не хочу рисковать. Я сразу подыщу себе какой-нибудь, ну, отель, недорогой номер и поселюсь там. А потом объявлю о том, что у меня коронавирус, потому что лечить меня никто не будет, мне нужно просто хорошо, скажем так, комфортная палата. И в этом случае отель – это хороший выход. Если я нахожусь в отеле за этой дверью, если его оплачиваю, почему бы мне его не использовать как, скажем так, койку для лечения, если я не покидаю дверь, а мне просто за дверь приносят еду? Вот, это первый вопрос, можно ли так использовать отели, как вы думаете? Ну, это вроде бы как и отрасль спасает и решает какие-то проблемы. А второй момент, на что сейчас надо обратить внимание, это политические партии, разумеется. Сейчас они будут лоббировать свои бизнесы. Например, то же самое питание бизнес, да, мы понимаем, что партии Согласия принадлежит целая огромная сеть бизнеса по питанию. И они будут принимать законы, например, не в сторону ательеров, а в сторону вот этого питания. Это следующее, что они выдвинут буквально на этой неделе. Спасибо. Ну, в общем, да, два вопроса. Первый, можно ли использовать гостиницу в качестве такого самого карантина? Ну, правда, в примере, который привел звонящий, я думаю, что если все-таки заболели, и вы знаете, что вы больны, то ходить в отель, где есть другие люди, это не самое мудрое решение. Но вот такой самый карантин. Но может ведь возникнуть ситуация. Ну, вот самое худшее, когда действительно массовая начинается эпидемия. Вот уже известно, просто в Лондоне, например, отправляют людей, ну, вот более молодого возраста, потому что там нет мест в больницах. Ну, закончились места в больницах, они стараются брать пожилых людей, и молодых, более молодых просят, ну, просто пересидеть дома. То есть в этой ситуации получается, что также можно самоизолироваться в отеле, если человек не хочет, ну, подвергать риску свою семью. Да, но эти условия еще, каждый отель, который будет оставаться открыт, он должен разработать, может ли он вот эти риски, которые связаны, брать на себя. Здесь наш слушатель, он привел очень хороший пример, что он не покидает дверь, значит, он там реально изолирован, все, он там живет в этом номере и не покидает, поэтому... Он-то может и оставаться, да. Ему принесли, например, еду, позвонили, человек уходит, он выходит, забирает, закрывает за собой дверь, тоже контакта нет. Да, ну и все мусор, все в отдельные мешки, да, это все возможно. Но да. В момент, вот мне какой вопрос, как раз когда Владимир нам звонил, говорил, когда вы покупаете номер в отеле, это же не может быть отсутствие общения, вы все равно подходите к стойке и говорите, мне, пожалуйста, номер. То есть там все равно, получается, есть какое-то общение, физический контакт? В принципе, возможен, но возможно из этого избегать, если человек в ресепшн, он открывает вам дверь, поставляет эту карточку в номер, и вы сам заходите туда и оставайтесь уже в номер. Поэтому возможно, что такого прямого нет. Ну, И второй вопрос звонящего, не будем забывать, он тоже был про политические партии. Ну, я, правда, не знаю, сколько это вопрос к вам, но, может быть, у вас есть какие-то, не знаю, политические союзники в происходящем? Не, ну сейчас мы видим, что действительно все слушаются в том, что происходит, и есть понимание, что вот эта отрасль пострадала больше всего.
Сейчас вот действительно это есть. То есть даже личные какие-то интересы политиков, они, по вашему мнению, отходят во второй план? Я не хочу этого комментировать. Я это сам не вижу. Во всех встречах, которые у нас были, есть понимание. И поскольку мы сейчас уже ждем вот это решение по субсидиям на рабочие места, я вижу, что действительно сейчас все понимают серьезность этого вопроса. Я напомню, что у нас в гостях Янис Пинис, это президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, поэтому, если у вас есть вопросы, то звоните и пишите именно по этой теме. И вот только что буквально был звонящий, палец был на кнопке. Вопрос. Вот кто-то перезвонил, давайте мы примем, и тогда будет уже вопрос от вас, Олег. Давайте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А перевозчикам будут компенсировать затраты? Вот взяли, уволили 400 человек Аэробалтика. Ну, наверное, это не под семьи. Большой за вопрос, да, но я сомневаюсь, что президент ассоциации гостиниц и ресторанов как-то ответил на вопрос про перевозчиков, да, но вот, Олег, у вас вопрос. Да, у меня вопрос был все-таки связан с тем, что мы видим, как этот кризис и вот эта пандемия меняет саму структуру потребления. То есть есть сейчас момент, что люди боятся тратить деньги, вот, ну, и многие вот финансовые как бы аналитики советуют людям не совершать какие-то, ну, вот, большие траты. Не шиковать. Не шиковать, то есть пытаться покупать про самые необходимые продукты. Вот насколько вот это изменение потребления может затем вот отразиться? То есть, вот, может быть, люди будут не так часто ходить в рестораны, привыкнув, условно говоря, вот питаться дома, не выезжать куда-то за границу, потому что, ну, вот этот будет какой-то еще сидеть страх. Ну, я думаю, это образ жизни. И мы все понимаем, что жизнь не заканчивается с этим вирусом. И после этого, я думаю, что будет такой задержанный спрос, который после того, как люди поверят, конечно, должен быть эта волна, что мы доверяем, что все это прошло, это уже не фактор, и мы можем путешествовать. Конечно, это потребует время. То же самое мы видим и в других странах. Мы видим, как в Китае, когда мне одна знакомая в Facebook написала, что вот после 4 недель они наконец-то вышли пообедать не дома, потому что уже больше не могли, и так хочется выйти и на социализации с другими людьми и вообще почувствовать это. Поэтому это будет, это у нас есть такая нужда и желание. То есть вам кажется, что когда чрезвычайную ситуацию отменят, когда карантин отменят, что люди, наоборот, как бы у них скачкообразно повысится это употребление, оно будет выше, чем до, ну, какое-то время от того, что так долго держались. Да, в том числе и поездки, но главное действительно почувствовать, что да, это все надежно, это все контролируется, и действительно вот это должен быть такое доверие от общества. Еще очень много у нас звонков, я надеюсь, что все-таки сейчас вопросы будут по теме. Наденьте, пожалуйста, наушники. Угу, да. Да, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вот это самое. Вот единственные страны, которые создали совместную комиссию по борьбе с коронавирусом, это Япония и Россия. А вот как Латвия обратилась к Китаю за консультациями? Ну, спасибо. Это, наверное, еще да, раз я напомню, у нас... Вы не снимайте ножки, еще один звонок, но я просто напомню, что у нас в гостях президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов. Поэтому мы очень хотим пообсуждать коронавирус, но если у вас есть вопросы относительно гостиниц и ресторанов, вот тогда просим их задавать. Если уже вопрос просто про коронавирус, то, боюсь, никто из присутствующих в студии не компетентен в достаточной мере, чтобы на них ответить. Здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста. Алло, доброе утро. Сорвался почему-то звонок, к сожалению. 67212-93-9, 67213-93-9, телефон в нашей студии. Буквально еще несколько минут у нас есть. Да, буквально 8-9 минут, потому что нашему гостю нужно уйти чуть пораньше. Ну, давайте попробуем еще раз. Надеюсь, что в этот раз у нас получится. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Задаю конкретный вопрос. Почему мы говорим о компенсации для ресторанов? А почему рестораны ничего не делают для того, чтобы резко перепрофилироваться? Закажите услугу быстрой доставки еды Bolt, например. Ну, когда люди приезжают и вам доставляют на дом. Она сейчас мега будет популярна. У вас возрастут даже, а мне кажется, доходы, они упадут. Или, например, мы можем сделать, как выступили вот в Москве. Смотрите, вы заходите в ресторан, а там уже
в таких тележках есть готовые приготовленные обеды и уже огороженные места для посетителей. То есть человек пришел, вот в этом боксе покушал, а он просто пленкой огорожен, потом его обработали и ушли. То есть нужно думать, как вы же предприниматель, предпринимайте, как выходить из этой ситуации, а не попрошайничайте, нам нужны деньги на компенсацию. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, мы чуть не затронули вопрос перепрофилации, но тем не менее. Ну, да. Этот вопрос действительно не новый, уже многие рестораны как раз на этом работают и на это надеются, что падение не будет таким большим, но действительно, если мы понимаем, какой штат в ресторане работает, и какой штат нужен, если это только доставка, то все равно будет падение работников и, ну, будет падение доходов, потому что мы же знаем, какие продукты это больше всего употребляется при доставке. Но вот есть ли какие-то, может быть, уже первоначальные данные, чтобы подтвердить или опровергнуть сказанное нашим слушателям, что вырастут только доходы от того, что ресторан перепрофилируется вот в доставку? Ну, вырастут доходы доставки. В отрасли, в общем сложении доходы не вырастут. Даже если народ начнет массово заказывать еду на дом? Нет, потому что не все, которые ходят в ресторан, будут заказывать. И не все, которые заказывают, они будут заказывать по тем же, другие продуктовые группы, там, если человек уходит в ресторан, он там выбирает там блюдо, вино, но в доставке это по-другому. Но есть такое, что какие-то рестораны, у которых раньше не было вот этой системы доставки, что они сейчас добавляются? Да. Добавляют такую услугу, да. Такое абсолютно есть. Все рассматривают такую возможность и также рассматривают этот московский пример, который слушатель привел, да, что возможно это бесконтактно получить заказ. Как, да, заказ прямо в ресторане, потому что если ресторан, там кухня работает, все равно аренду надо платить, и поэтому использовать эти помещения немножко по-другому. Да, об этом вся отрасль сейчас думает, как это можно. Сейчас, понятное дело, я, например, в рестораны сейчас вообще не хожу, понятное дело, потому что, из-за коронавируса, но когда я захожу в магазин, в супермаркет, я вижу, что там очень много средств защиты. Если мы там берем самое популярное с Rimi Maxima, то там есть и средства дезинфекции, и одноразовые перчатки, и даже последний раз, когда я был в Maxima, там не было этих корзиночек, были только тележки, уже не знаю, с чем это связано, но вот такие изменения. Рестораны, они каким-то образом вводят вот эти средства защиты для людей, которые все-таки продолжают ходить в них? Конечно. И какие-то там, не знаю, напоминания про 2 метра, вот это все? Ну да, 2 метра это новое, это сейчас принято, но да, и 2 метра, и все средства дезинфекции, конечно, у нас есть эти инструкции, как должно работать, конечно, мы следим из этого. Давайте еще один звонок примем, очень активно звонят. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, я извиняюсь, это опять я. Видите, как мы резко поменяли риторику? Это настоящий предприниматель у вас. Он уже захотел заработать на коронавирусе, хотя минуту назад он говорил о падении отрасли. То есть это тем самым он доказывает, что это не проблема, выкрутим. Спасибо. Да, как раз говорит наш гость о том, что есть падение доходов. И достаточно падение большое. Будет, да, будет рост доходов доставки. Только вот эту сферу мы можем тронуть, да, что там действительно рост есть и будет рост, но, в общем, да, в питании будет падение. Но это, что основная это претензия нашего звонящего в том, что вроде как не так все плохо, что но государство деньги просит. Но это понятно, что деньги все-таки в основном просит именно гостиничная часть бизнеса, а не ресторан. Ну, все, которые закрываются. Все, которые понимают, что у них люди будут просто стоять и без работы, да. К сожалению, буквально 5 минут осталось на то, чтобы задать какие-то вопросы. Да, у меня вопрос все-таки вот по подсчетам, которые приводили данные вот министра экономики Ральфа Немиру, доходы от туризма составляли 4% от нашего ВВП. Насколько вот действительно это осознается, вы чувствуете, что обеспокоено правительство, что достаточно существенный процент ВВП сейчас проседает, то есть вот под как раз напором обстоятельств? Ну, в переговорах это чувствуется. Действительно, в нас слушается, потому что, да, общие доходы отрасли, если считать гостиницы и питание, это около 900 миллионов евро, то действительно этот объем большой, если из этого мы просто можем потерять там месяц или 2 месяца, то это существенные цифры, на которых и можно много работников покормить. Угу.
опять-таки, не знаю, насколько у вас там, не знаю, проводились такие исследования или еще что-то, но если сравнивать Латвию с ближайшими соседями, Литвой и Эстонией, то на данный момент у нас намного меньше случаев заболевания коронавирусом, по крайней мере, зарегистрированных. Если у нас 60, то в Эстонии это идет на сотни, в Литве тоже больше, чем у нас. Как вам кажется, это может в будущем сыграть на руку Латвии, что люди, выбирая, куда поехать, Литву, Латвию или Эстонию, будут выбирать страну, где, которую коронавирус затронул меньше? Ну, нет, я думаю, это мог быть фактор, если это все контролировалось в Европе довольно больше, и если этих случаев не было вообще бы. А если у нас есть эти случаи, мы понимаем, что мы сейчас еще не в пике, в пик у нас будет, по разным прогнозам, там через 2 недели, возможно, когда вот все, которые вернулись, мы понимаем, сколько у них есть вирусы, и поскольку можно заразиться уже на месте. Поэтому мы сейчас не на пике, мы должны понимать, сколько это будет, когда это будет пик, и это уже будет большая цифра, это никак не будет влиять. Когда Европа будет открываться, тогда и все страны будут в одинаковом положении здесь. Да, звонков у нас нет, у нас еще есть 3 минуты, поэтому звоните, пожалуйста, Янис Пинис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов на студии. Еще вот буквально 3 минутки у нас есть на разговор. Ну и, может быть, уже действительно подводя итоги, вы рассматриваете, как я понимаю, оптимистичные, пессимистичные прогнозы. Насколько сейчас, вот для тех, кто, может быть, подключился, если кратко сформулировать, все-таки нет ли паники в этой отрасли, насколько предприниматели готовы пережить ее, или кто-то уже ставит крест на своем бизнесе? Сейчас, конечно, мы ждем решения правительства, как это будет, как эта отрасль будет поддерживаться и будет ли эта отрасль спасаться. Да, если спасут эту отрасль, то, что нам нужно сохранить работников в отрасли, чтобы когда это все вернется, мы не можем сказать, это будет там май, июнь, июль, август, сентябрь, но когда это случится, чтобы эти люди здесь были и чтобы они могли уже работать, они тут и остались, они не перешли в другие отрасли или как-то поменяли свое мнение там, где работать. Наверное, будем заканчивать, чтобы отпустить вас пораньше по важным делам, чтобы ресторанный бизнес в Латвии и гостиничный бизнес не загнулись на время эпидемии. У нас в гостях был президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пинис. Сейчас, после небольшой паузы, мы вернемся в эфир с обзором прессы на сегодняшний день. Спасибо, всего доброго.